2000 ПЦР-тестов, 6000 экспресс-тестов на коронавирус, а также спецсредства для защиты врачей. Сегодня после обеда Одесская область получила свою долю от первого китайского антивирусного транша. Об этом заявил губернатор Максим Куцый. Проверка ПЦР-тестами на заражение смертоносной инфекцией будет проводиться в Одессе. Это значительно сократит время получения результатов. Тем временем экспресс-диагностика будет проводиться в опорных больницах по всей области. Глава обладминистрации отметил, что этот груз не гуманитарка. Украина закупила необходимые средства для борьбы с коронавирусом у Китайской Народной Республики. Это закупівля держави Украина цих необхідних матеріалів для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Щодо процентів, відсотків поділення загальної кількості цих засобів, то вони були розподілені згідно розкладу МОЗу за необхідністю по тій чи іншій області. Что касается распределения между районами области, а также по линии Одесса-регион, информации пока нет. Как заявляют чиновники, в рамках областного штаба представители региона и Одесской мэрии, а также профильные специалисты определят квоты в зависимости от потребностей конкретных населенных пунктов.